Саженцы ивы вавилонской Тартаоса быстро растут, превращаясь в привлекательные деревца высотой от 4 до 8, а диаметром до 6 метров. Длинные вьющиеся ветви украшены ланцетными листьями со светло-зеленой поверхностью и голубоватой нижней частью. Осенью листва приобретает светло-желтую окраску. Ива вавилонская Тартаоса обладает мощной корневой системой, которая проникает глубоко в землю. Благодаря этому приствольный круг можно засаживать другими растениями. Дерево одинаково хорошо адаптируется к солнечным и затененным участкам. Этот сорт может расти на чрезмерно увлажненных местах. Ива вавилонская Тартаоса – это многолетнее растение. Ива прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.